целом должно хватить. Все. Прощай, мой магазин круче Гуччи. Прощай, может быть, когда-нибудь. Ты куда собрался? Присмотри за моим магазином, Микзанил, оставляю у тебя, Светлана, за главную. Так, здесь у меня Ауди, здесь у меня Тойота, не скучайте, рано или поздно я за вами вернусь. И присмотри, пожалуйста, за моими нюхачами. А ты насколько уходишь-то? Там еды-то хватит для нюхачей или нет? Должно хватить, банан. Если не хватит, ну, найдешь и покормишь. Самое главное, смотри, чтобы они не кокнулись, они там... Производят мне цветы факельники, они там делают кошмар, нафиг здесь лагает, я балдею возле этого дома, надо нафиг его потом будет как-то снести, потому что походу сервер Майнкрафта вот эти вот тортики не вывозит. Так, и на всякий случай лодочку с собой заберем, она 100% не понадобится, да. Переборщил я как-то с тортиками. Кирюх, да не переживай ты так сильно. Ну подумаешь, ну не ты первый, не ты последний. Ну с кем не бывает. Ну попалась тебе какая-то баба не огонь. Ну подумаешь, киданула она тебя. Ну подумаешь, с кем не бывает, а? Стасик, моя Стасик, я все для нее. Она бросила. Променяла меня на него. Зачем я хуже? Изменилась с ним. Я ей цветы дарил. Чем ты хуже? Филантроп? Миллиардер? А дальше вы знаете. А ты кто? Мужик в похоронном костюме. Да ты вообще иди отсюда. Ты бабу мою увел. Стой, 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 Кирилл, успокойся, успокойся. Да он пошутил. Иди обратно присядь. А ты чего вообще несешь? Ну ты видишь, ну в каком он состоянии. Да не трогай ты его. На хлеба поешь. Все, продолжай его там успокаивать. И самое главное за мной, чтобы никто не шел и чтобы никто меня не преследовал. Так, надо еще с ними попрощаться. Как у вас нафиг эти лазерные ворота здесь открывают? Ладно, просто протиснусь. У вас тут обстановка, все хорошо, все спокойно. Стасик беременна, свадьба сорвана. Кирилл плачет, Кирилл, не проси. А если она вообще не от этого беременна? А если она беременна вообще от кого-то другого? А там что делать-то? Катастрофа какая-то. Тихо, не стоя, спокойно провести. Порадоваться за подругу. Просто замечательно. Ну, значит, отлично то, что в нашем городе все как всегда, все прекрасно. Да, у всех хорошее настроение. Единственное, кого я не смог застать, это Стасик. Походу, сильно женщина депрессует, насколько я понимаю, раз ее даже в городе нет. Так, сейчас через гору налево туда за ресторан, 2000 блоков вперед, 4000 блоков направо, и я прибегу туда, куда мне надо. Ну, прощай, сезон выживания. Горячий какао. И последний. Ой, как же хорошо. Как же спокойно, Марти, да? Да, точно. Тебя же покормить надо, я чуть не забыл. Стой здесь, хотя пошли со мной. Пройдемся. Птички чирикают, костер трещит. Мы находимся, да бог его знает где. Не топчи мне пшеницу, нафиг! Мы находимся, да бог его знает где. Никто никогда не узнает про мой этот загородный за 10 земель вот этот вот дом Марти, который специально был построен для того... Чтобы я нафиг мог свалить от всех как можно дальше, чтобы никто не знал то, что я здесь проживаю. Так, Марти, поохраняй чуть-чуть коровушек. Их сначала надо накормить моей пшеничкой, как мы все видим. Пшенички здесь у меня, Марти, много. Так, Муся, Дуся, Золотуся, давайте копыта вверх поднимайте. Кто хочет кушать? Так, кушаем, мои хорошие, кушаем, мои сладкие. Как бы, одну из вас мне, конечно, нужно будет забрать. Кто это будет?
давай вот ты, выходи сюда. Теперь, Марти, пошли обратно. И даже никакая беременная Стасик мне не помеха. Вообще без разницы. Буду жить здесь до конца жизни, как настоящий холостяк. Свой огород, свой личный скот, горячее какао по утрам. Так, сюда поднимись, вот так вот наверх. Мы сейчас тебя вкусненько покормим, только вот так, да, поднимайся. Марти, ты самое главное вот это... Обернись в другую сторону и не смотри. Так, давай вот сюда, ага. Поводочек. Сейчас все будет. Обед Марти будет. Не переживай, я же тебе обещал. Так, сковородочка греется, водичка закипает. Прекрасно. Нет, не железный нож. А вот это. Опа. Из костей сварим бульон, сырая говядина, 2 штучки мне, 2 штучки, Марти, тебе. Кушай, мой сладкий песик. Так, и кожу, кожа выпала, кожа пускай сушится, сохнет вот здесь. Шедеврально, господи, надо было отсюда начинать сезон выживания, Марти, одному, чтобы никого здесь не было, просто я и природа. А теперь время обеда для меня. Марти покушал, это складываем сюда. Кукумбер. Я огурцы не люблю, не знаю, что это здесь делает. Так, железный нож. В первую очередь, мясо вот на разделочную досочку. Нежными ударчиками чик-чик-чик разделали и сделали 2 говяжьих фарша. Так, показалось. 2 говяжьих фарша. Опа! Еще пару котлеточек. Фу, показалось. Так, и вот теперь этот говяжий фарш. На сковородку! Если я буду игнорировать, это уйдет рано или поздно. На сковородку говяжий фарш и делаем вкусненькую сочную котлеточку. Я обожаю готовить каждый день. Этим занимаюсь Да открой ты уже, алло, я тебе сейчас окно здесь выбью, ты! Это срочно! Ой, чтоб я потом кому-то зубы не выбил. Говяжья котлетка у нас здесь получше. Ты чё не открываешь? Я не понимаю. Я тебя полдня ищу. Ты чё здесь делаешь, ты? У меня котлеты жарятся, не отвлекай, а? Так вот и котлеточки, пятая котлеточка и шо... Слышь ты, котлетка! Окно вообще... мне запили обратно! Так тебя вообще это окно сейчас волновать не должно! Ты в курсе, что там в городе происходит? Ты куда свалил? Там вообще пипец сейчас самый настоящий! Охраняет дом Марти, дверь за собой надо закрывать. Тебя ж мама не в лифте родила, хотя фиг его знает. Я-то свечку не держал! Мне, чтобы ты понимал, настолько без разницы, Херейт! Кто там где что в городе, чем занимается, кто где, куда, кого, что там у Стасика, что там у Кирилла, что там у Натахи, что там у Светланы, у Ксданила. Мне без разницы на мой старый город, если ты не заметил. Я с этого момента спокойный человек! Я с этого момента спокойный человек. Пошли. Выходи. Да, выйди. Выйди. Я ни в жизни не поверю, что ты спокойный человек. Куда ты решил свалить? Я спокойный. Нафиг. Я спокойный. Пошли, Маруся. Я спокойный с этого момента человек, и я живу новой жизнью. Как ты видишь, у меня свой скот, у меня пшеница, у меня новая жизнь в полном одиночестве. Слышишь? Да ты не понимаешь. Прислушайся. Че? Слышишь? Нет.
Вот и я нифига не слышу, потому что тут только тишина и птички чирикают. Пошли давай. Да ты понимаешь, что в городе происходит? Нам нужна твоя помощь. Там все с ума просто посходили. Там Стасик такое творит, это капец. Я тебе сейчас покажу, почему я здесь. Я тебе сейчас покажу поводочек. Вот обратно. Шашлык будешь? Ты меня вообще слушаешь? Мне не до этого немножко. Мне ты нужен. Да пойдем со мной в город, ну помоги нам. Люля-кебаб, говяжьи эти ребрышки. Сейчас, оно надо, что... О, видишь, оно коптится. Оно это medium well прожарка. Ты сейчас мое мясо, я тут до такого уровня довел свои навыки в готовке, херей. Ты сейчас очумеешь. Ты меня слушаешь или нет? Мне нужна твоя помощь. Нам нужна твоя помощь. Мы без тебя там не справимся. Передай всем, вот в городе, откуда ты пришел, что сеньору Эдуарду но ме густа пармезано. Мне пофиг на ваш город. Посмотри, тут написано «Дом Эдуарда». А больше здесь нет никаких домов. Взял руки в ноги и свалил. То есть вот так вот, да? Хорошо, хорошо, я тебя понял. Тогда я всем в городе передам, что ты самый настоящий трус. И нам это и докинул нас. Все, пока. Нет, ты просто передай, что я самый настоящий эгоист. Я просто ни с кем не хочу общаться и дружить. Трус есть трус. Это называется именно так. Пока. Ну, наконец-то. Так, дальше у нас по списку. Марти, Марти, Марти. У меня здесь растет рис. Собираем рисовую паникулу. Собираем рисочек. И после этого надо немножко помидорок. Но обязательно надо засадить их обратно, чтобы помидорки росли. Здесь у меня растет капусточка. Так. Также засаживаем ее обратно, чтобы урожай не тратился. А здесь у меня растет лучок. Вот так. И теперь я такое сделаю. У каждого подписчика из комментариев слюньки потекут. Рисовую паникулу переделываем в обычный рис. И засаживаем ее вот так вот сюда. Вот. В нашу... Я забыл, как кастрюлю. А кастрюлю! В нашу кастрюлю. Оно здесь жарится, приготовленный вкусный рис. Это наш гарнир. А теперь самое главное. Хлебушек, говяжью котлету, на нее капусточку. Добавляем туда один томатик и покрываем это все лучком. И у нас получается сладчайший гамбургер. И я так питаюсь каждый день. У меня гамбургеры, у меня кукумберы, у меня там прямо сейчас говяжьи ребрышки. Так, Марти, кушай. 3 стейка получилось. Стейк тебе, стейк мне. Стейки складываем куда? Где у меня стейки? Стейки у меня складываются вот здесь, вот это, а вот все сюда. И теперь за твое здоровье. Это самое вкусное, что я ел за последнее время, Марти. Так, все, собирай свою шерсть, пошли спать. Прекрасный день, если бы не Херейд, если бы нафиг не сквозняк, который у меня теперь здесь. Ладно, завтра переделаю себе окна, а пока закрою просто... Нет, нафиг ты выбежал на улицу, обратно сюда давай заходи, или я честно оставлю тебя там, и ты будешь на улице спать. Ты где, собака? Внутрь давай сюда, заходи там... Марти, ты зачем в колокол звонишь? Я же говорю, просто в окно зайди. Просто через окно. Не в туст, не в кусты. Ладно. Зайдешь потом! Я спокойный. Я самый спокойный человек. Я спокойный! Привиделось. Ой, так ладно. Спасибо большое за этот день. Я слышу, там кто-то ломает мне стекло. Алло! Сейчас кто-то кому-то руку сломает. Проснись! Ну, мужик! Просыпайся! Доброе утро! Wake up!
Как вам повезло, что неделю назад я стал спокойным человеком, и мне без разницы на ваши провокации. Что вам надо? Слезь с моей кровати, здесь ни одна женщина спать не будет, кроме меня и Марти. Я это самое... Извиниться перед тобой хотела. Знаешь... Я тебя прощаю, а теперь спокойной ночи. Да, ну проснись, алло, прощаю, прощаю, утро. Да, прощаю. Проснись, это не всё. Так на улицу, в первую очередь, на улицу! Ты тоже! На улицу я сейчас выйду! Ладно. Но сначала высплюсь нафиг хотя бы несколько дней, а потом выйду на улицу. Ой, господи, ты проснешься уже! Давай, Нина, помоги! Нам надо поговорить! Давай, так, к сковородке не топчитесь! Слушай, у вас 40 секунд, я иду спать! Ну, короче, извини, я на твоей стороне, я не понимаю, что делает Стасик, откуда у нее этот ребенок появился, от кого, может, от тебя, может, от Кирилла, может, от кого-то другого, я не знаю, чего эта женщина. А вот ты собака-потеряка. Да я говорю, через окно просто зайди, господи. Да продолжай, я тебя очень невнимательно слушаю. В общем, я полностью за тебя, я полностью на твоей стороне, и мы же как бы с тобой, ну, в хороших отношениях же, да, мы же с тобой, ну, шикарно, друзья. Всего лишь сколько на так серии выживания прошло, где-то 90, и все эти 90 серий ты была на стороне Стасика, а теперь, когда она откуда-то от попутного ветра нафиг залетела, да, вот это, теперь ты резко на мою сторону стала, пошли спать, Марти. Давай. Ты какой спать? Ну подожди, да ну это не все, ну что не это собака, нафиг, это собака, а это собака не знает, где вход, где выход в дом! Ты опять кружишься, господи! Что вам надо? Хорошо, я вас прощаю, но зачем вы сюда пришли? Ну мы же с тобой хорошо теперь общаемся, да? Мы теперь друзья. Может, ты поможешь мне и моим девочкам тыкву снять с голов? Пожалуйста. Что вас не устраивает? Ходите уже полгода, ну ходите так дальше. Они в деревья врезаются, ты знаешь, через какой ад я прошла, чтобы просто привести их сюда? Скажи, пожалуйста, хоть одну причину, чтобы мне выйти из моего дома. Что, хоть одну причину... Так, выйди из дома или меч между глаз. Ага, хорошо. Ну тебя тыкву, значит... Тихо! Одну причину, почему я тоже снимаю с голов тыквы. Ну помоги, подружка. Ну тебе сложно, что... Ну пожалуйста! Пожалуйста! Если я помогу, когда я разговариваю, вы молчите. Если я помогу вам снять тыквы, вы свалите отсюда. Да, да, сейчас сниму. Выстраивайтесь в очередь. Кошмар, как вы меня заколебали. Так, где мой отличный вот этот вот молот? Ну, тыкву можно снять только так. А ты вообще уверен, что это сработает? А у вас есть какие-то другие идеи, чтобы снять тыкву? У меня только одна. Когда я сделал с головы их задела тыкву, я на него с огромной высоты наковальню скинул. Голову сначала надо хорошо чем-то сильным припечатать, и тыква сама исчезнет. На так скажи, чтобы твои девочки мне доверились. Ну хорошо, но ты только понежнее с ними, ладно? Понежнее. Все будет хорошо, он в этом профессионал. Больно не махнется. Больно не будет, обещаю. Куда я могу промахнуться? Эти по башке бьют. Гречка, это самое болезненное место. Сюда отойди, вот так. Главное, глаза закрой. Я не хочу на это смотреть, давай быстрее, только глаза закроем. Ой, господи, я сейчас пукну. Гречка, ты готова? Точно, быстрее! Я готова, ты быстрее! Раз, два, три, да! Господи, я вижу! Девочки, я вижу! Встречи! Кошмар! Межпозвоночная грыжа нафиг опять воспалилась! Этот молот такой тяжелый, давай на таха тебе сниму! У меня нет тыквы! Да чтобы умнее немного стало! Подойди сюда, не прячься в моей пшенице! Ты ж черепушку мне разобьешь, не надо! Кто там следующий? Я сейчас равновесие потеряю! А что, подходи быстрее! Подходи, давай быстро сюда, готов это! Раз, два, и... Да! Так, давай сразу следующий! Давай! Еще двое остались, давай, все, спасибо, потом скажешь, потом! Ой, по башке, и давай, Софи Грей, или кто ты там последняя, о! Можете не снимать, ты тут самая противная! Да, я не хочу быть слепой курицей! Ладно, ну, слепой ты не будешь! А курицей так и останешься, так! А!
Hasta la vista, babies! Спасибо тебе огромное! Спасибо! Ты мой самый лучший друг! Спасибо! Все, девочки, уходим. Тебя, великого холостяка, мы больше не трогаем. Вот, на прощание, в щечку. Все, пошли. Пошли быстрее, пошли. Пока-пока! Пока-пока! Пойдем! О, печенье, спасибо. И всем там передай, чтоб больше ко мне в город не приходили! Кошмар, пока я нафиг это все делал, опять проголодался, опять бургер себе делать, кошмар. Да я с этими бургерами сейчас потолстею в 10 тысяч раз. Так, собака, пошли просто в дом. Котлетки, котлетки, Аларм! Открывай срочно! Ты что, ты там спишь, что ли? Открой, ты тут! Нет, я же знаю, что ты там! Открой, пожалуйста! Да, открой там! Пришел, да, значит. Да ты здесь, Лев! Опять стекло выбил. Тревога, она идет. Негодяй, стекло почини. Она идет. Смерть твоя придет, если ты мне стекло не запилишь. Твоя смерть идет! Она близко! Кто? Она! А в этой смерти первая буква имени С. А последняя Тасик, да. Так, прячься под сковородку. Ладно. Все. Если бы я за Марти спрячусь вот здесь вот. Если не выкукивать, Марти, прикрывай нас нафиг. Да? Если не выкукивать, то в целом может показаться... Марти, гавкай. Гавкай, Марти, гавкай. Иди дверь открой, чё? Нет, Мартин, нафиг! Так иди открой дверь, скажи, никого дома нет! Да-да-да-да! Ты что здесь делаешь? Ты-то мне как раз не нужен! Мне этот хозяин, владелец этого дома нужен! Где он? Так я хозяин дома, я здесь живу, чё? Я перед тобой слушаю, да. На табличке другое имя написано, и ты явно не он! А какое там имя написано? А, дом Эдуарда. Так, это, так Эдуард это я, это мое второе имя. И вообще, а дома никого нет, до свидания. Уходи. Молодец. Позови мне Эдуарда, он мне очень нужен! Быстро вызови его сюда! Дома никого нет, заходите в другой раз. Ты же здесь, поэтому дома есть! Я нет, это автоответчик. Лев, вот ты где! Ты-то мне как раз и нужен! Нам нужно срочно с тобой поговорить! Мне нужно, чтобы ты вернулся ко мне! Понимаешь? Ты должен вернуться ко мне обратно! Ты не все еще знаешь! Я же беременна от тебя! Я это уже где-то слышал! Так, я сейчас поговорю, херет, я приду! Так, смотри, женщина. Ты не можешь быть беременна, потому что мы с тобой... Не это. Ты был пьян, ты не помнишь! Эй, нет, я-то такого не напиваюсь. Я в целом не Так вот ты где? Ты с ним вот, с своим любовничком, значит, наконец-то я тебя нашел. А их нафиг ты сюда привел, а? Вы увязались за мной. Нечистая сила. Такой хлюпик. Я даже не знаю, как ты выбрал этого человека для того, чтобы я ревновал тебя к нему. Да это как... Вот двух зомби увидел, убежал. Что ты сюда пришел? Расскажи нормально, пока я тебе вот этим молотом по башке нафиг не стукнул. Я пришел искать Стаси. Где она? С тобой или нет? Она обещала на мне жениться, а в итоге... Ты вы дурак? Вы шли замуж за меня. Она перед тобой стоит. В смысле, где она? Искал ее по всему городу. Так она вот здесь она. С тобой. Вот кувалдой. Она. Так вот она! Она-то здесь, но она с тобой. Почему она с тобой, а не со мной? Забирай ее за ручку, бери и уводи отсюда! Не знаю, что вы тут вместе делали. Очень подозрительно. Господи. Секретный дом. Больше вообще не секретный. Так, пока оно не перевесилось. Стой, не шевелись, самое главное. Кирилл, стой, нет, стой. Что делаешь? Стой, я что делаю? Спину нафиг качаю, не видишь? Я... Кошмар, опять позвоночник приклинил. Я такими темпами нафиг это скоро ходить не смогу. Короче, Стасик, на череп. Иди отсюда, а. Так ты еще не все знаешь. Я беременна. Стасик, я это прекрасно знаю. Сейчас в предыдущей серии
вот здесь вот. Ты сказала то, что ты беременна. Я тогда офигел. Вот там вот. Я все знаю, моя хорошая. Забирай череп и уходи. Так это еще не все. Я тебе не все сказала. Я беременна от тебя, понимаешь? Именно от тебя, дурачок. И знаешь еще что? А вот знаешь что еще? Это будет двойня! У нас с тобой будет два ребеночка! И ты будешь самым лучшим отцом для этих детишек! Я думала, у нас будет только девочка, а у нас будет еще и мальчик! Это будут близнецы, представляешь? Посмотри, какой у меня уже животик кругленький! Ну вот посмотри! Можешь даже погладить. Зазик, ты в Майнкрафте, он плоский! В Майнкрафте, да! Но в реальной жизни-то нет! Слушай, а бургер любишь? Конечно, люблю! Я люблю сейчас все-все-все! Особенно за троих! Я ем просто как не в себя! Отлично, заходи, сейчас покушаешь бургер. Проходи. Проходи туда. Проходи. Погоди, выходи, здесь, выходи. Знаю, выходи. Вот тебе надо. Да, выходи. Погоди. Курочки, я люблю. Так, ну смотри, раз ты любишь бургер... Все ингредиенты здесь в шкафчике. Сделаешь бургер. И приятного тебе тогда аппетита, Стасик. А я пойду. Так, Марти, Марти. О, подожди, собаку забыл. Подожди, ой, продолжай. Так, Марти! Все, дверь закрыть. Так, а теперь, чтобы у меня где-то лодочка была. У меня была где-то лодочка. У меня в целом есть лодочка, есть печеньки, есть все, что нафиг только можно. И видосы и слева, и справа. И это, походу, самая последняя серия выживания, которая только была вообще на всем этом канале. Так, так, ну я не знаю нафиг, где мне нужно строить дом, чтобы меня не нашли. Но... Вторая мужицкая база, Херит. Если первая была в аду, то представь, я... Где будет вторая? Поплыли давай.